Сделать прививку от коронавируса теперь можно в мобильных медпунктах. Их установили около крупных торговых центров города. Здесь же можно пройти все этапы диспансеризации. Я случайно мимо проходила, мне сказали, что с 12, и я подошла. На вакцину надо. Медицинские комплексы, оборудованные кабинетами маммографии и флюорографии, рядом ведет прием терапевт. Пациенту измеряют артериальное и глазное давление, проверяют уровень глюкозы в крови. Около торгового центра «Галерея» работает тест-мобиль. В нем 5 и 7 мая специалисты проведут экспресс-тестирование на ВИЧ. А в четверг здесь организуют обследование родинок на наличие злокачественных изменений. Работать мобильные медпункты будут до 7 мая, с полудня до 6 часов вечера. Для того, чтобы пройти исследование на базе мобильных комплексов, очень желательно, чтобы у человека был с собой полис, паспорт и СНИЛС. Но если вдруг у него не окажется каких-либо документов, то специалисты предоставляют возможность, то есть на основании данных пациента, которые он предоставит, загрузить эти данные в информационную медицинскую систему и ни в коем случае не отказывать человеку в получении медицинской услуги. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.